Третьекурсник Альберт Калимулин знает о доступности социальной поддержки не понаслышке. Еще с первого курса он активно участвует как в творческой, так и в спортивной жизни университета, за что и получает повышенную стипендию. Культурно-массовые увлечения приносят студенту не только удовольствие, но и дополнительный доход в кошелек. Но это делается не ради денег, это мое увлечение. То есть я занимаюсь этим с первого курса, мне нравится быть активистом своего института, университета. Конечно, это плюс, то, что нам дается такое поощрение. Это очень хорошо, я рад этому. Но соцподдержку можно получить не только за актив. Помимо тех поощрений, которые получил Альберт, есть и другие, не менее полезные и доступные. Есть также для студентов бюджетной формы обучения возможность посетить санаторий-профилакторий и возможность получить талон на социальное питание. Также у нас такое направление работы нашей организации – это проведение различных акций, которые были бы интересны и полезны студентам. Допустим, сейчас у нас проходит акция, мы раздаем студентам, являющимся членами профсоюзной организации, флаеры на посещение аквапарка «Ривьера» и различных комплексов, входящих в «Ривьеру». Также у нас есть акция, связанная с театрами. Мы даем возможность студентам посетить театр бесплатно, мы договариваемся с театром. Любой студент, который учится в нашем университете, может получить социальную поддержку. Конечно, собирая необходимые документы, придется немного повозиться, но это стоит того, что студент получает взамен. Будь то полная тарелка вкусного борща на обед, денежная компенсация, лечение в санатории или другие виды социальной поддержки. Гульнас Нурдинова, Ленардо Влетьяров, Руслан Юсупов. Специально для Универньюз.